Panda SafeWeb. Приветствую вас. Представляю вашему вниманию расширение для браузера Chrome и ему подобных на основе Chromium, которые могут с интернет-магазина Chrome скачивать расширение. Расширение, которое позволяет предотвратить доступ к сайтам, которые могут содержать вредоносный контент, имеет функции антитрекинга, функции оповещения, которые позволят вам узнать уровень безопасности страницы до ее посещения. Это позволит предотвратить доступ к сайтам, которые могут содержать вредоносный контент. Предотвращает вирусные атаки и другие угрозы. Защищает конфиденциальность от интернет-атак. Ссылку на это расширение я оставлю в описании под этим видео. Если правой кнопкой кликнуть в браузере Chrome, перевести на русский. И вот здесь можно почитать. Лучший инструмент для безопасного и быстрого доступа к интернету. Блокирует вредоносное ПО, блокирует рекламу и отслеживание. Предоставляет мгновенную информацию о страницах, которые вы собираетесь посетить. Автоматически блокирует опасные сайты, сайты мошенничества. Предупреждает о злонамерных результатах поисковой системы. Не позволяет сайтам аналитики тайно отслеживать вас или украсть вашу информацию. Повторяю, это только для браузера Google Chrome и ему подобных, которые могут с интернет-магазина скачивать расширение. Это браузер Chrome, я в браузере Chrome и нажимаю «Установить». Нажимаем «Установить расширение», «Проверка», «Расширение установлено», активируйте, нажав на этот значок. Вот появился значок «Panda SafeWeb», открывается страница «Panda», нажимаем на значок. Здесь вот один заблокировала он уже она. Здесь вот блок. Веб-аналитик. Включено. Блок выключено. Блок включаем. Включено. Аналитика. Нажимаем. Веб-аналитика. Нажимаем. Google-аналитика включена. Блок трекинг. Блок трекерс на всех сайтах. Включено. Все включено. Настройки, все галочки стоят, все включено, блок, здесь включено. Легкое такое расширение, которое не влияет на работу браузера. Я пользовался этим расширением, мне понравилось, оно не мешает, пусть будет, как говорится. Лишняя защита не помешает, тем более она не тормозит браузер. И если вы хотите отключить расширение, то здесь меню. Дополнительные инструменты, расширения. И вот здесь вот у меня хостеры включено и Panda Safe. Вот, галочку снимаем, выключено, убрался значок. И можно его удалить, вот, удалить из Chrome. Галочку ставим, опять появилась. В принципе все, пишите отзывы, замечания, пожелания. Может кто пользовался этим расширением, пишите в комментариях под этим видео. Ставьте лайк, если видео понравилось, или дизлайк, если не понравилось. Подписывайтесь на канал, поделитесь этим видео в социальных сетях. Спасибо вам, всего доброго, удачи, до свидания.